Así es. Y otro factor, esto es revisado en la compra de chat. Y es que muy niñachaine, мы можем людям торопиться, сделать это спокойно и душить. Мы выбрали кулер зеленая панда. Я полагаю, что нам будет достаточно трех сорков отвечать. При этом чайник у нас объемом 1,3 литра. Дальше. Вода. Вода открыт, проверенная, заряженная на кухне ВАЭР. Я наливаю чайник обычно не доверху, а немножко поменьше, потому что тогда чай после засыпания чайника распределяется по большей поверхности и быстрее заваривается. Вот, значит, это первое место, куда мы наливаем воду, это чайник, и второе место, куда мы наливаем воду, это чихай, то есть вот этот маленький кувшинчик. А поскольку он у нас маленький, мы наливаем в чай, чтобы его промыть, мы с него пыль, что особенно актуально в случае с пуэром, потому что это достаточно пыльный чай обычно. А также, чтобы он набрал в себя воду, и выдержу столкновение с кипятком, не потеряв каких-то тонких своих остыков. Сегодня, кстати, чай есть на выбор. Поэтому ты поливаешь дракона по старой китайской традиции. Поэтому я взял дракона, потому что если я не узнал, я даже имя, что сегодня Новый год, китайский ген, но просто не вспомнил про то, что у меня есть дракон. Спасибо, Гриндер. Вот. Значит, теперь мы ставим чайник на огонь. Огонь делается к следующему уровню. Традиционно огонь должен быть, считается, что это должен быть огонь гармоничный, то есть не огонь войны, так называемый, то есть суперинтенсивный, такой яростный, но не огонь, не тлеющий.